Кристиан Валера Прада представляет у нас Колумбию. Ну и Самсон Фири Замбия. Итак, смотрим. Первый раунд. Самсон Фири у нас в красном углу. Кристиан Валера Прада в синем. Обмениваются джебами боксеры. Идет вперед сейчас представитель Замбии. Прессингует. Хорошая атака. Но мы видим, что колумбиец готов отвечать. Причем не отдает он практически пространство. Старается работать в центре. Обменялись джебами. И там же Валера попытался пробить с правой руки. Пропускает боковой удар от Самсона Фири. Валера Прада. Снова прессинг. Пропускает еще один Валера Прада удар. И болтануло его после бокового. Раздергивает сейчас Самсон Фири своего соперника и пытается включить правую руку. Африканские боксеры всегда славились своей мощью, габаритами, очень фактурные ребята. И Самсон Фири не исключение. Попадает с правой руки. Неплохая повторная атака джебом со стороны Кристиана Валера. Снова попытался пробить сейчас двойку. Есть атака в корпус. И мы видим, что уходит на безопасное расстояние. Пробивает по корпусу. Довольно-таки увесисто получилось со стороны Самсона Фири. Ну а тем временем остается 45 секунд до конца первого раунда. Промахивается Кристиан Валера Прада. Включает правую руку Самсон Фири. Снова джеб. Еще один джеб. С его же стороны. Попадает с правой руки. Валера Прада. Есть двойка. Но мимо. Мимо цели. Подсаживается Самсон Фири. И бить по себе не дает. Обменялись джебами. Все. Пока все. Самсон Фири, Замбия. Боксер 95-го года рождения. Боксом занимается 8 лет. И является чемпионом Замбии. Ring B, second round.
Ну что ж, ждем продолжения. Второй раунд. Сдвоенный джеб от Кристиана Валера. Есть хорошая атака. С правой руки включился Валера. И еще одна. Но вновь подсаживается Самсон Фири и бить по себе не дает прицельно. При этом сам вкладывается в джебы. Неплохо там обменялись. Хороший боковой удар. Пробивает двойку. Бойцы оказываются в центре. Снова клинч и расходятся. И тут же удар с правой руки от представителя Замбии. Еще одна атака. И тут же джеб проходит у Валера Прада. Через корпус старается заходить Валера Прада. Показывает в корпус, переводит на голову. Периодически эти удары проходят. А вот Самсон Фири старается вкладываться в каждый удар и потрясти соперника. Даже джебом. Снова рефери вмешивается в дело. Неплохая комбинация. Боковой удар и там апперкот также был у представителя Замбии. Но при этом остается 40 секунд. Снова обменялись ударами. Есть атака с правой руки от Валера Прада. Джеб, и тут же почтальон такой прилетает. От колумбийского спортсмена точно в голову. Видно, что сил очень мало остается у Самсона Фири. Ну, такой объем мышц нужно все время поддерживать кислородом. И, конечно, забиваются и окисляются мышцы очень быстро. В таком объеме. И при такой интенсивности. Второй раунд завершен. И здесь уже вырисовывается преимущество колумбийского спортсмена. Ну и вот тренер колумбийского спортсмена говорит о том, что ты должен заставлять его промахиваться. Дай ему возможность выбросить удар и уходи в сторону. Чтобы он лишился сил таким образом. Посмотрим сейчас, как будет дальше. И пошел вперед сейчас великолепно Кристиан Валера Прада. Хорошая атака. Есть несколько ударов. Тут же в центре. Обменялись. Раздергивает снова Самсон Фири. Ну, посмотрите, вроде бы и выходит на нужную для себя дистанцию, но атаку не начинает. Пропускает навстречу от колумбийца. Еще одна двойка проходит.
Колумбиец старается отвечать ударом на удар. Вот здесь не успел уйти с линии атаки. А при этом остается 2 минуты до конца. Сдвоенный джеб и тут же правый удар. Классический почтальон получился у Валера. Еще одна двойка проходит у колумбийца. Здорово действует в третьем раунде. И Капа вылетает. Там, по-моему, даже нокдаун отсчитает сейчас рефери. Или нет? Нет. Просто решил вернуть Капу спортсмену. Самсону Фери. Ну что ж, поединок возобновляется. Вернули Капу, и, конечно, это было время на восстановление для замбийского спортсмена. Попытался через руку пробить Самсон Фери, но не получилось достать Кристиана Валера. Хороший удар. И снова клинч. При этом выбраться не получается. И с правой руки попадает Кристиан Валера Прада. Ничего пока не показывает в третьем раунде Самсон Фери. Ничего не выходит. Сил слишком мало. 40 секунд. Снова вмешивается рефери и говорит о том, что нельзя прихватывать спортсмена. Джеб от Самсона Фири. Попытался достать сейчас боковым, не получилось. Снова раздергивает передней рукой и попадает справа. Держится на расстоянии колумбиец, понимает, что нет смысла в размен входить сейчас. А вот переиграть, пожалуйста. Попадает с правой руки Самсон Фири. Раунд завершен, а вместе с ним завершен и поединок. Я думаю, что второй и третий раунды остались за колумбийским спортсменом. Кристиан Валера Прада выиграл 2 раунда из 3, как мне кажется, опять же, и должен пройти в следующий раунд. Но сейчас мы услышим официальный судейский вердикт. Смотрим наиболее яркие моменты. Раздельным решением судей Кристиан Валера Прада одерживает победу и выходит в следующий раунд. Поздравляем! Ну вот, кстати, он не Валеро, а именно Валера. Ударение на последний слог в испанском языке не ставится, если нет специального знака ударения. Ну, в фамилиях такого нет. Поэтому Валера правильно. И смотрим сейчас самые яркие моменты этого поединка. Получалось в первом раунде довольно-таки неплохо пробивать удар с правой руки Фери Самсону, но в дальнейшем сил уже не хватило, выложился полностью и во втором раунде, да и в третьем тоже дорабатывал просто.